Один плюс один, дебютный матч за сборную. Что испытал? Прекрасно. Прекрасное ощущение эмоций. Топ. Можем вспомнить и разобрать голы, в которых ты сегодня поучаствовал? Первый гол. Там, по-моему, Серега Пеняев ударил с добивания. Я подобрал мяч. Развернулся, навесил. И Долер молодец. Опередил вратаря. Хорошо, не побоялся. Да, до конца пошел. Хороший гол забил. А второй? Второй гол. Вратарская ошибка немного. А третий, когда мы забили, парни хорошо там разыграли на фланге. И Даня Пруцев топ передачу выложил. Я думаю, 80% его заслуга, 20% моя, за то, что ножку поставил. Если вот ко второму голу вернуться, возможно, помешало поле, потому что условия для матча как по погоде, так и с точки зрения газона, на взгляд со стороны, были довольно непростые. Поляна такая, не самого лучшего качества, и вьетнамцы, видимо, забыли правила, что нельзя никогда в суровую передачу отдавать. Поплатились. А в целом, как бы играть, дышать, я даже сказал? В первом тайме так тяжело дышалось. В втором тайме ливень пошел во время перерыва, как будто специально сверху нам воздуха чуть дали, влаги. И уже во втором тайме спокойно дышалось нормально. Футболку с дебютного матча за сборной ты кому-то подаришь или оставишь себе? Там две футболки должно быть. Одну семье домой отправлю и одну первому тренеру в академии. И заключительный вопрос. Первый гол в дебютном матче за сборную. Кому его посвятишь? Всей семье. Родителям, маме, папе, брату, сестре, моему племяше, жене брата, своей тете, своему дяде. Всем посвящаю. Это их голы тоже. Это их гол тоже.